Жители этих многоэтажек знают друг друга в лицо. Живут, если не одной большой семьей, то как минимум дружно. Вместе обустраивают родной двор и день за днем делают его лучше. Регулярно проводят здесь субботники, высаживают цветы. Занимаются инфраструктурой двора. Вы можете наблюдать зону для детей 2-6 лет, зону для детей 6-12. Мы учли все возрастные категории. Для подростков, там тренажерная зона у нас для постарше, для взрослых. Также для старшего поколения можете наблюдать большое количество скамеек, где можно спокойно прийти, отдохнуть. Хороший результат работы, по мнению самих жителей, дает взаимодействие с управляющей компанией, в которой слышат все их просьбы и пожелания. У нас есть чат. Я думаю, это уже не новость для всех управляющих компаний. Чаты дома. В них очень можно оперативно узнать все новости. Все наши сотрудники также состоят в этом чате. Посоветовавшись, жители дома номер 37 приняли решение подать заявку на участие в конкурсе «Лучший дом, лучший двор» партии «Единая Россия». Очень важно, да, для жителей именно такая совместная работа, поэтому вот и такие конкурсы дают возможность нашим соседям всем как раз-таки также активно участвовать в данных мероприятиях, участвовать в конкурсах. Результаты не цель, говорят жильцы многоэтажек, а скорее дополнительная мотивация делать еще больше, еще лучше. Нина Липанова, Вильфред Демковский, новости Химки ТВ.